Друзья, всем огромнейший привет! Мы наконец-то смогли осуществить нашу цель и купить iPad mini, как мы и хотели с вами, у нас была цель. Огромнейшая благодарность, соответственно, донатерам, которые нас поддержали, подписчики. Значит, Владимир Масленников, Верочка, Галина Янаки, Андрес, Андрей, Куба 021, он же Амир. Так, никого не забыл? Вроде... конечно же, Владос. Вот, я просто сейчас перечитаю по памяти. В любом случае, в начале ролика все равно благодарность всем, кто нас поддержал. Вот, с помощью вас, ребята, мы смогли осуществить нашу цель. Сейчас мы распакуем с вами iPad mini. Также нам прислали в подарок такой переходничок очень хороший. Вот, поскольку все-таки это не ростестовский iPad, и цены на него взлетели. Вот, достался он нам за 44 200 рублей. Ну и также мы сразу купили пленочку матовую, которую сразу наклеим на экран. Итак, давайте распакуем. Значит, здесь вот так вот его можно будет сейчас потянуть. Так. Спасибо. Итак, вы готовы? Давайте посмотрим, что нас ждет внутри. Давай. О! Так, держи коробочку. Так, ну вот нас встречает вот такой вот планшет. Нам самое главное сейчас не заляпать экран, потому что мы сначала наклеим пленочку. Вот, сейчас в любом случае постараюсь вам показать. Ой, он такой тонкий, он такой прям маленький, удобный. Так. Сейчас подержи пока аккуратненько. Сейчас планшет мы вам покажем. Давайте посмотрим, что у нас входит в комплект. Значит, в комплект у нас входит, соответственно, кабель Type-C, Type-C и зарядка на 20 Вт. Она же американская вилка, но нам дали специальный переходник. Так, теперь, значит, мы переходим к самому планшету. Значит, вот такая вот красота. Сейчас мы наклеим пленочку и покажем вам, как он выглядит. Так, ну вот наклеил пленку. Конечно же, огромная благодарность также Александру Ершову. И Александр Ершов у нас, кстати, победил в розыгрыше. Значит, вот так вот выглядит iPad. Взяли фиолетового цвета. Наклеили пленочку. Единственное, там, конечно, небольшой косячок всплыл, когда я клеил. Ну, давайте его сейчас запустим. Он решил запуститься вот таким образом. Давайте сейчас посмотрим. Я почему-то думал, что он нас вот так встретит, ну ладно. Ну да. Вот, соответственно, сейчас будем его настраивать. Здесь стоит как-то яркость, я так понимаю. Так, дальше иди мы позже настроим, он находится вот здесь вот на кнопочке. Ну все, мы его чуть-чуть настроили, сейчас будем закачивать туда приложение. Вот, еще раз огромнейшее спасибо каждому, кто поддержал на этот планшет. Вот, мы будем, соответственно, запускать прямые эфиры с него, из машины, с путешествий и так далее. Поэтому огромнейшее спасибо всем, кто поддержал. До скорых встреч, всем пока!